Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Что, видеозапись? Аудио и видеозапись через наше представительство. А почему? Я хочу просто читаться перед людьми, перед инициативной группой. Почему нельзя? Видеозапись, может быть, и нет. Аудио можно. Аудио, вот, пожалуйста. Я вас не снимаю. Это у вас она ведется, а у нас надо, чтобы она была. Мы здесь хорошо все слушаем. Я только начала. Ладно. Про тон пониже. Ну что с нашей проблемой? Здравствуйте, начнем, да? Да. 20 октября мы были у вас на встрече, если помните, да? Рассказали о проблеме, связанной с объектом ГИС на Новоясенском проспекте, здание 11-13. Прошло больше месяца, мы не увидели никакого официального ответа. 25 ноября я лично вам при встрече с префектом задала вопрос, что насчет рабочей группы и так далее. Вы сказали, что так как ордер выдан в 2010 году, хотя мы вам предоставили все материалы, там даже, если посмотреть на сайте, ордер выдан в 2011 году. Либо вы это умышленно сделали, либо вы действительно не ознакомились с нашей проблемой. И что за рабочая группа была 16 числа? Значит, что касается... Просто больше месяца назад прошла встреча. Ну, ты задала вопрос, дай ответит. Ну, что касается, значит, ответа на вопросы, на все вопросы, которые поступают, их поступает, кажется, немало, на все получены даны письменные ответы. Без разъяснений. Почему? Вот что за... Нет, вопрос. Что за рабочая группа была 16 числа? Нет, подождите. Мы сейчас сказали, что как месяц назад отправили письмо, и на него не получен ответ. Нет, не письмо. Но, мы письмо. Были у вас на встрече 20 октября. Пожалуйста, не у меня голос такой, я не виновата. Да, ну не разговаривайте спокойно. Но вот у меня тоже разный голос бывает. А вы не повышайте. Мы у вас на прием. Вы с жителями должны немножко потише общаться. Кричать, да? Я пришла. У меня есть возмущение. Я имею право, а вы не имеете. Постояли бы на улице. Вы бы не кричали? Ладно, не тратим чужое время. Я имею в виду, что 20 октября мы были на приеме. Прошло больше месяца, у нас были вопросы. Вы сказали, я уточню, разъясню, дам ответы. Больше месяца прошло, нет ответов. До этого были от вас ответы про межевание. Но межевание не относится к строительству. Поэтому что за рабочая группа, что было сделано за месяц? Повторю вопрос. Числа, о чем мы говорим на встрече. У нас есть рабочая группа в градостроительном комплексе. Есть, я вам говорил, определенная процедура, когда проходит объект, не проходит у нас архитектуру, проходит рабочую группу, потом проходит уже непосредственно ГЗК. Но мы обратились в письмо на рабочую группу. Вы, когда задавали на встрече с населением, вы говорите, у вас в префектуре должна быть рабочая группа. Я вам пояснил, она у нас не в префектуре рабочая группа проходит, у нас нет рабочей группы. А мы обращаемся, чтобы данный вопрос был рассмотрен на рабочей группе. Так он был рассмотрен? Он был рассмотрен. А кто входит в рабочую группу? В главе с кем он был? Там есть перечень в интернете, вы можете посмотреть. Нет, подождите, мы хотим вообще с протоколом даже ознакомиться. А туда входит департамент имущества. Градостроительный комплекс, префектура. Хуснуллин там был? Да. Мальчик Ильян сейчас также принимает участие в рабочей группе. Но в данный момент он на этой рабочей группе не был. Почему? Ну, я знаю, например, от Речина, что ГЗК будет. Я была 24 ноября на приеме, да. А 30-го получила ответ о том, что ГЗК будет. ГЗК какой будет? По именно ПАГИ. Так что 16 ноября рабочая группа приняла? Вот у меня официальный ответ. Комиссия. И что-то я не пойму, что это мне всю голову пудрят какими-то рабочими группами, которые непонятно какие были. До этого вы отписывались про межевание, которые не относятся именно к нашему строительству. 59-й закон почему-то все забывают. Вот я хочу знать, когда будет ГЗК по нашему вопросу? Когда оно будет? ГЗК не будет. Не будет? Не будет ГЗК. Почему? Потому что ваш вопрос был рассмотрен 16 числа на рабочей группе. С кем? 16-го, ответ у меня 30 ноября. Если у вас 16-го было ваш между собойчик, я его так назову,
то у меня ответил 30 ноября ответ. Я вам его только сейчас продемонстрировала, что ГЗК состоится. Тогда что это было 16 ноября? Что это было? Это был между собойчик, я так понимаю. А 17-го пошла техника. И правоохранительные органы к нам не приехали. 18-го была техника. У меня травма была, мне пальцы выламывали, чоповцы. Потому что я вам еще раз говорю, то, что Охотиной подпись стоит. Почему так происходит? Почему на жителей нападают? ЧОП выходит 10 человек, женщине становится плохо и вызывают скорую. У меня справка из травмпункта есть, что у меня вот так вот пальцы все вывернуты были. Тем более, если у них с 18 ноября приостановлены все работы. Почему техника была 18-го, 23 ноября? Почему не приостановлены? Разрешение на строительство есть? Нет. У нас официальное письмо, что 18 числа приостановлены строительные работы. Но, видимо, они хотят сейчас задним числом... Москва-Курнадзора. То есть у вас нет никаких данных? То есть вам они приходят с одними данными, у меня отписки другие, что ли? У вас ГЗК нет, у меня есть ГЗК. Это вот как это понимать? Ну, есть у вас ГЗК, хорошо. Я вам говорю, что есть. Если вы со мной нормально разговариваете... Я с вами нормально, совершенно спокойно разговариваю. Я с вами спокойно разговариваю, потому что у меня вопросы. У меня вопросы. Вот я их вам задаю. Не буду отвечать на ваши вопросы. Почему? 16 ноября рабочая группа. Это почему вы не будете отвечать на наш вопрос? Куда вы потому пошли? Потому что нужно вести себя нормально. Как нормально? Подождите, вас что, оскорбляют? Нет, подождите, куда вы уходите? Вам нечего ответить нам? Как это, подождите, вы... Нет, нормально это? Это что сейчас было? Это что, вот так вызовите, пожалуйста, нам... Вызовите, пожалуйста, нам...